что за рецепт? Смотри, красное яблоко там, вот, видишь, сустав, красное яблоко, морковь, миндаль, черная фасоль и ананас. И у вас будет сильно, если дети есть, занимаются спортом, бокс, нагрузка большая на суставы, вот, футболисты, вот то, что я вам сказал. А от ревматизма так помогает? Ну так, я же вам говорю, это все, и позвоночник иногда лечит. Ну, а чтоб мозг кровоизлияния не было, смотри, чилийский перец. Перец чилийский маленький, такой маленький, так? Кровоизлияния не будет, мозг, инсульт не будет. И микробы убивают, чилийский перец. Добавляют супы там и так дальше, вторые. Какой-то есть рецепт или просто всего надо понемножечку кушать? Да, это не мои выдумки. Человек работал, смотри, более 30 лет. Операции делал 2 с чем-то тысячи на позвоночнике, суставы. Все это он прошел в школу и вывод сделал. Вот такие вещи. А кто этот человек, можешь сказать? Немецкий профессионал по операциям. Я фамилию сейчас не помню. В Советской России, ты можешь прочесть. В Советской России, вот, буквально в конце Нового года в Советской России увидишь. Колонка так на последней странице. И насчет перца так, да? И из журнала немецкого перепечатано. Вот так сказать. Человек, который работал более 30 лет, работает на операциях позвоночники, суставы и так дальше. Так? И там же в этой колонке насчет мозговой части, чтобы не было. Вот такая информация. А вы продукт... Советская Россия в конце декабря только увидишь, и там колоночка, там вот эта штука. А продукты здесь вы покупаете почему? А это я взял ценные продукты. Смотри, продукты эти, вот эти продукты, все, что здесь продают, если ты будешь употреблять, ты никогда не будешь таскаться по им поликлиникам. Потому что эти продукты натуральные, чистые, видишь? Угу. Вот там у них звениговская колбаса, ее сегодня не было. Если ее взять килограмм, получается 1,5 метра. Вот такая колбаска. Да все у них все отлично. Смотрите. Это магазин самый лучший в Москве. Лучше его нет в Москве. А все остальные, запиши, как называется. Все в Москве гипер-супер-химиомаркеты непригодны для народа. Гипер-супер-химиомаркеты. Или гипер-супер-онкологомаркеты. Онкология-маркеты. Они вызывают в организмах людей завязи, образуют завязи раковых заболеваний. Вся Каширская, центр Каширский, забита детьми, онкология. Это их работа, понимаешь? А вы живете рядом или вы приезжаете? Нет, я в Москве живу. И приезжаете сюда? Я за продукты. Вот, смотри, я набрал около 2000. Видишь? Около 2000. Молоко, вот. Вот, видишь? Это все. Вот. Все. Совхоз имени Ленина. Это сила. А все, кто еще запиши, кто прет против бочку, против совхоза Ленина, это 100% враги народа России. Для спасения России и ее процветания образец совхоза Ленина. В нем народ избрал себе директором гения. Потому и голосую ныне за Грудинина. У него голова Пожарская Минина. Остальные кандидаты словно с запада пираты, непригодны для Руси. Через треп они блефуя, озабочены лишь только набить баксом животы.